ты же слышишь, почему она придерживается старых правил, мама? Вы, конечно, уже слыхали, что мой сын получает должность летчика. Мне это очень приятно. В наши времена надо зарабатывать. Ты должен сказать матери, что ничего не выйдет. Об этом не скажет твой двоюродный брат. Ну, как я ненавижу этот город! Но я должна вернуть твои там 200 серебряных долларов. Послушай, ты пей и предоставь мне заниматься делами, мы все уладим. Двоюродный брат не может прийти. Как это понять? Его здесь нет больше. Может быть, ты тогда расскажешь, как тебе представляется наше будущее? Да, я думала, у нас есть еще 200 серебряных долларов. Мы бы вернули их старикам и стали продавать табак. Забудь об этом, чтобы я стал продавать табак на улице. Я Янгсун летчик, да я лучше выброшу их в реку. Лучше я спущу эти 200 за одну ночь. Твой двоюродный брат, он знает меня. Я с ним договорился, он принесет к свадьбе 300. Нет, нет. Он не принесет к свадьбе 300. Почему? Там, где я, его нет. Какая таинственность? Знай же, Сун, знай. Он не друг тебе. Он не принесет к свадьбе 300. Почему? Он сказал, что ты купил один билет. Но это же было вчера, но смотри, что я покажу ему сегодня. Два билета. Для меня и для тебя. Старуха не должна их видеть. Я распродал всю мебель. Сун, не показывай мне два билета. Я готова все бросить и уйти с тобой. Подумай о стариках. Подумай обо мне! А всего лучше пей. Или ты принадлежишь к числу благоразумных? Пейте, господа! Не терплю, господа благоразумных женщин! Когда я пью, я снова летаю!